позвольте мне от имени Сергея Семеновича Собянина, мэра города Москвы, тепло и сердечно приветствовать вас, участников и зрителей этого прекрасного мероприятия. Участников этого мероприятия не только команды Москвы, но и команды Санкт-Петербурга, Тверской области, других регионов, всех, кто сегодня приняли участие и доказали свою способность в труднейших ситуациях решать сложные задачи. Московский гарнизон, московская группировка всегда готова прийти на помощь гражданам не только Москвы, но и нашей великой России и далеко за ее пределами. Сегодня мы делаем все для того, чтобы москвичи и народное хозяйство Москвы было надежно защищено. Но бывают трудные моменты, когда спасатели, когда пожарные приходят на ликвидацию тех или других ситуаций, достойно побеждая в этой ситуации. Зачастую мы не оглядываемся, что нас ждет. Наша цель – спасти, помочь. И мы очень часто теряем наших друзей. Я предлагаю память о тех, кто погибли, почтить их минутой молчания. Спасибо, дорогие друзья. Прошу размещаться.